Всех приветствую, друзья. Сейчас хочу показать вам, как я солю сало. Ну, будем делать варено-копченое сало. Сейчас буду показывать, как я это делаю. Сало купил в магазине. Вот. Нарезаю такой кусок на три части. Тут еще даже мясо есть. С мясом еще вкуснее будет и лучше. Нарезал, поставил воду в кастрюле, ну, сейчас скоро закипит, добавим соли, сколько? Грамм 50, так, потом перец черный, горошком. 10-15. Дальше. Лаврового листа, пару листочков. Две-три листочки. Запускаем сало туда. Все. Ждем, когда закипит. Все. Закипает уже. Ну, блин, закипятить не надо. Это уже слишком будет. Так. Так. Все, выключаем. Короче, довели до кипящения и выключили. После. Вот. Жидкий дым, такой вот, раз, вам видно, не видно, грамм 50 вот тут, заливаю сюда, потом есть вот такой жидкий дым, добавляю столько же. 50-50, короче, 100 грамм. 100 грамм жидкого дыма. Все. Немножко перемешаем. Открываем. И пускай замачивается, ну, не меньше 3 часов, чтобы было. 3-4 часа достаточно будет. Потом покажу, что делать. Ну, все. Этот свет выключим, наверное.
моргает. Во. Все, прошло где-то 4 часа. Так, берем вот емкость. Можно контейнер, можно даже в пакет. Так, накладываем туда сало. Так. Так. Берем вот соль. Такую купил хорошую. Я уже делал так. Вкусная соль называется. Посыпаем. Так, берем потом вот перец. 5 перцев тут смесь. Чеснока можно побольше. Дальше ложим сало. Так, дальше. Таким же макаром насыпаем соль. Вкусная соль. Перца. И все. Все. Закрываем потом крышкой. Ставим в холодильник. И через часов 10-12 можно кушать. Все. Всем пока. Увидимся на рыбалке.